Босс битва 6-го этажа уровня. Да не этажа, этажей много. 6-го уровня. Посмотрим. Наверное, будет жопка, ребят, я вам сразу скажу. Предыдущий левел это просто жесть. Так, что тяжело? No way! Child with chainsaw has appeared. It's the killer. Do not die. Пока вроде норм. Пока норм. О, вот сейчас уже не послали. О, фак. Ачивка получена, ребята. Okay. Ну, вот путь до этого босса был намного
намного сложнее, чем этот босс, я вам честно скажу. Да, выглядит это жестко. Ничего не скажешь. Аллилуйя. Аллилуйя. Блин, до него... Вот предыдущий левел, и меня просто мозг вскипел. Я когда приходил... Босс, ну... Босс нормальный. В плане, не такой сложный. Вот как уровень до этого. Уровень был вообще прям... Вот еще муравьи, непонятно как вообще двигаться. А тут... Типа, ну, норм, с первого раза, как видите. О, воспоминания. Один раз покажет и все. Обидненько. Ну ладно, давайте посмотрим. Вы пока подпишитесь на канал и поставьте лайк. 5 лет назад. Yikes, drank way too much. I'm really sorry. Oh my. About last night. We're both adults here. There's no need to apologize. What are you in the mood for today? I could make breakfast for us. Hey, Catherine. Question. Do you want to be my girlfriend? How's that sound? Oh. About time. Well, do you remember what you held so dear? To be honest, I planned to enjoy watching a beautiful land подстегивает нас оставаться с этой Кэтрин. Но хочется вроде и той попробовать остаться. Просто концовок очень много в этой игре. А еще есть Рин. И возможно, но не факт, что с ней тоже можно что-то сделать. Ну ладно, с вами был Дейдар 2, а не один. Я буду играть дальше, не буду вам спойлерить особо. Pause.